Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, и в этом видео мы с вами быстренько заценим СТГ, которого выставили на продажу. Это средний танк 8 уровня, премиумная тачка, которую предлагают вам купить в составе набора с его легендарным внешним видом, еще и контейнерами мистическими, всего ничего за 7500 голды. Почему говорю всего ничего? Потому что 7500 золота — это вполне адекватная цена для восьмерки. Вопрос только в том, что СТГ подойдет далеко не каждому танкисту, и сейчас все обсудим более подробно. Но сначала давайте обсудим сам набор. В наборе открытое все оборудование — это экономия 2,5 миллиона серебром, плюс миллион серебром сразу в копилку, итого получается выгода 3,5 миллиона, ну чисто условная. Есть X5 в количестве 25 штучек, поможет неплохо прокачать опыт экипажа. Ну и в отношении 5 контейнеров мистических, то в целом довольно-таки неплохо. Могло быть 2, мог быть вообще 1, а тут целых 5. Хотя не факт, что что-то выпадет из них. В отношении легендарного внешнего вида. Страж, я бы сказал, смотрится неплохо, но какой-то особой уникальностью не обладает. Страж, да и страж. У меня стража нет, и в целом я не сильно от этого страдаю. В отношении тачки, сейчас обсудим ее годность, обязательно выкатим из ангара. В целом 7500 для такого набора — это вполне себе нормальная цена, если сам СТГ вам нужен или вы хотите на нем играть. Что могу сказать от себя? Танк в свое время, безусловно, был гораздо интереснее. На сегодняшний день на 8 уровне появляется достаточное количество, в частности, коллекционных тачек, которые, в принципе, потихоньку начинают нивелировать более старые транспортные средства в нашей игре. И здесь у нас самое классное, что есть в орудии, это время сведения. Просто божественные 2,5 секунды. Он быстрее сводится, чем вы находите того, в кого вы сводиться будете. В отношении разброса все приятно, все классно, 0,330. 30. ДПМ крайне низкий, 1876, да и не всегда реализуем. Дело в том, что время перезарядки составляет целых 12,8. И на сегодняшний день это уже многовато, хотя и альфа вас порадует, 400 единиц на базовом снаряде. Самое страшное, что есть в СТГ, это заднее расположение башни. Это не сильно комфортно для большинства игроков, и тем более это не тяж. Ну и просто унизительно маленький угол склонения орудия вниз, всего лишь минус 5 в прямой проекции. Короче говоря, играть вот так вот, где-то на неровностях, не просто сложно, а я бы сказал, практически невозможно делать это с нормальными успехами. В целом, на борт орудие склоняется, я имею в виду, вот так вот, довольно неплохо, и можно, в принципе, отыгрывать, но для этого нужна сноровка. Ну что, ребят, берем тачку и поехали заценивать ее в бою. Там заодно и обсудим. Ну что, друзья, погнали, давайте обсуждать все и сразу, переходя от темы к теме, не делая никаких пауз. Почему говорю так? Потому что СТГ — это танк, в котором постоянно чередуются за и против, и к этому необходимо быть готовым. Начнем с подвижности. Я бы сказал, что это... за. Он едет довольно неплохо. Да, это не самый подвижный танчик, но это средний танк, и ждать от него подвижности легкого танка, ну, как бы самого себя обманывать. Поэтому в отношении подвижности из 10 баллов ставлю твердую восьмерку. Ну, пускай 8,5. Что плохого? Плохого то, что на месте танчик хоть разворачивается и неплохо, но при этом всем с места срывается туго. Поэтому если вдруг вам необходимо дать на пятки и быстренько куда-нибудь свалить, то на этой машине сразу разогнаться у вас не получится. Его необходимо раскочегаривать. Это вот как раз минус, несмотря на предыдущие два плюса. Так, прости, дружок, я надеюсь, я не сильно тебя сейчас подставил. В отношении времени сведения, это мы уже подходим к самому жирному плюсу, который есть в этой машине. Время сведения просто божественное, после движения сводится просто молниеносно. Я сейчас перевел орудие, и как видите, не успеваешь, реально не успеваешь обратить внимание, как ты уже свелся и в целом неплохо накидываешь. И сразу говорим о минусе. Время перезарядки. Время перезарядки прям постоянно. После каждого выстрела хочется, чтобы перезаряжался быстрее. Я понимаю, что у меня 400 единиц среднего по урону, и требовать от этой машины скорострельности, не знаю, там какого-нибудь условного центуриона не приходится. Но все же, хотелось бы, чтобы хотя бы на 1,5 секунды быстрее. Но это вот чисто по ощущениям. Потому что, как правило, именно вот этих вот 1,5 секунды не хватает для того, чтобы вовремя дать тычку. Так, в отношении урона все классно, все приятно.
И сразу к минусу. Минус 5. Чувствуется просто до безобразия. Но настолько дискомфортно, когда ты играешь даже на вот таких вот небольших неровностях, что ты проклинаешь все и вся, когда попадаешь в ситуацию, что соперник находится буквально каких-то там еще пару секунд на перезарядке, и за это время тебе необходимо сделать выстрел, а ты не можешь выцелить его серую зону, потому что он находится за каким-нибудь холмиком, через который тебе необходимо переехать и склониться. Сразу возвращаемся к плюсам. Низкий силуэт. Низкий силуэт — однозначный плюс данной машины. И в отношении того, чтобы прятаться даже за вот такими вот небольшими какими-то горочками и холмиками, ну действительно очень комфортно, очень классно. А стоит также отметить, что низкий силуэт дает еще и неплохую в отношении башни лобовую броню в виде приведенки. В этом отношении тоже ставлю очень жирный классный плюс данному среднему танчику. Так. Минуточку. Есть, поехали дальше. Нет, не поехали, я еще не перезарядился. Сейчас будут дыню бить мне потихоньку. Ну все, теперь можно ехать. В общем, СТГ, ребят, это вот постоянное противоречие. Постоянные за и против, постоянные плюсы и минусы. То есть он абсолютно, абсолютно однозначно неоднозначен. Но то, что он интересен, это однозначно. Не знаю, может, слишком тавтологически прозвучало, но я старался передать максимально свои эмоции и мысли по поводу данной машины. Крут ли СТГ на сегодняшний день? В целом, да. Лично для меня крут, потому что играть на нем на средних и дальних расстояниях действительно очень комфортно. На средних и дальних расстояниях ты быстро сводишься и даешь хорошую тычку на 400 единиц. Считаю ли я его имбовой тачкой на 8 уровне? Нет, на сегодняшний день однозначно это не имбовый. И стоит отметить, что на сенсорнике играть на СТГ гораздо сложнее, нежели на персональных компьютерах. Поэтому хорошенько взвешивайте, сможете ли вы реализовывать данную машину на все 100, так чтобы от нее получать максимум удовольствия. Что в отношении нашей результативности в разрезе нашей команды. Я уверен, что я захожу в лидеры, хотя и не на первом месте однозначно, но свое жесткое второе место в бою я занимаю. В целом на СТГ выходить из боя с хорошим настрелом не так уж и сложно. Делаете 4-5 удачных тычек, и ваши 400 единиц разового урона дают о себе знать, и вы на первом месте в команде по урону однозначно. Вот такой вот он СТГ. Однозначно неоднозначный, но однозначно приятный и интересный. Ну, как минимум, я бы сказал, отчасти уникальный, потому что более странные машины среди средних танков на уровне, ну, может, если и есть, то необходимо еще неплохо поискать. Кто-то говорит о том, что игра как на Бурасике, но все-таки нет. Далеко не Бураск, да и с Химерой сравнивать смысла нет. Почему его сравнивают с Химерой или, допустим, с ВЗ-122ТМ? Потому что Химера, ВЗ-122ТМ, СТГ — это все танки средние на 8 уровне, которые имеют повышенный уровень урона за один выстрел. Но геймплей на СТГ не повторяется ни на одном мне известном танке, не то чтобы на 8 уровне, а в целом в игре. Именно среднем танке, не путайте с тяжами или ПТшками, с задним расположением рубки либо башни. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а кроме того, оставил еще вам дополнительные ссылки по СТГ в описании. Если вдруг интересно, переходите, посмотрите дополнительные бои, ну и другую информацию по данной машине. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.